КВН и СМИ уже давно стали словами-синонимами. И сегодня мы присутствуем на финале Белгородской областной лиги «Белоблсмех», на которой команды должны показать все самое лучшее. Все, что хорошо, оно как-то всегда быстро заканчивается. Поэтому хочется, чтобы на одном дыхании пролетела эта игра, и все выступили здорово, замечательно. Сегодня я волнуюсь больше прежнего. Почему? Потому что у нас небольшой сюрприз для зрителей, для всех команд. Не буду пока раскрывать, как вы видите сами. Атмосфера абсолютно дружеская, как бы все супер. Почему ребята волнуются, непонятно. Опытные, классные. Нам интересно, чтобы вот сегодня зал набился. Вот реально, не знаю, сколько, 700 человек вмещается или больше немножко. И чтоб они прям повеселились со всех выступлений, ушли с крутым настроением, сказали, я была или был. На финале «Белоблсмеха». Мне понравилось, в следующем году приду сюда же и буду веселиться также вместе со всеми ребятами. КВН СМИ – это всегда полный зал. А так как сегодня финал, мест не будет даже на ступеньках. Сюрприз от организаторов. На сцене команда КВН жюри. Так, вот Копер. Копер, ребята. Ну что там Копер в Сочи не видел, а? Да ничего, там копим в Сочи не видел. И нечего начинать. До свидания. То есть у меня большой нос, да? А чё ж ты женился на мне? Тенёк. Чемпион третьего сезона Белгородской областной лиги КВН. Команда КВН. Сборная мешков под глаза. Сезон окончен, чемпион известен. А нам остается пожелать командам удачи на предстоящем фестивале в Сочи. Александр Кабулкин. Татьяна Валит. Специально для «Мира Белогорья».